Всем привет-привет! И рада приветствовать вас на этом канале. Меня зовут Ольга. И сегодня у нас с вами рубрика «Пустые баночки». Скопились у меня пустые баночки, поэтому я спешу отснять, чтобы не оставлять их в Новый год. Пускаю в уходящем 2019 году все это надо выкинуть и, соответственно, вам порекомендовать. Так как я начинала копить и уже говорила вам в предыдущих видео, что пустые банки у нас теперь только положительные, то, что мне нравится, то, что я вам советую, то, что вновь буду покупать. Сегодня у нас есть из ухода за лицом, и за волосами, и БАДы, и продукты питания, поэтому усаживайтесь поудобнее, чаек, кофеек, и я вам расскажу и посоветую то, что действительно я вам рекомендую, то, что сама буду покупать вновь и вновь. Если не найду, конечно, альтернативу или чего-то новенького, но действительно в 2020 год я это понесу и буду приобретать в новом наступающем году. И хочу вас поздравить с наступающим Новым годом 2020. 2020, такая цифра для меня на какой-то степени волшебная, мистическая. Конечно, я от этого Нового года жду многое, это исполнение моих мечт, моих целей, и того же самого желаю вам здоровья, радости, веселья, действительно тепла, заботы и всего того, чего вы желаете. Может быть, о чем-то вы долго мечтали или поставили какую-то цель, чтобы это действительно в этом году у вас сбылось. От чистого сердца я вам это желаю. И поэтому сажайтесь поудобнее, чаек, кофеек, и с вами поехали! Итак, приступим. У нас сегодня, как я и сказала, есть так несколько наименований, то есть есть у нас связано с продуктом питания, есть БАДы, уход. Давайте начнем, наверное, с кухни, с продукта питания, то, что мы употребляем вовнутрь. И не раз я говорила, что я стремлюсь к экологически чистым продуктам, по крайней мере, стараюсь, правильное питание, и чтобы это действительно было полезно для моего организма, чего я вам желаю тоже, и буду советовать, соответственно. Я даже уже перешла на зеленую гречку. Да, в Ашане приобрела зеленую гречку. Вы знаете, она мне очень понравилась, она достаточно вкусно и, в принципе, беспроблемно в приготовлении. И также приобрела цельнозерновые макароны от марки Макфа. Тоже классно, но чувствуешь о легкости, не чувствуешь тяжести после потребления пищи. И, соответственно, это не вредит организму, но и вы не поправляетесь от этого. Первое, что хочу рассказать, я не раз говорила, что я перешла на хорошие масла, то есть это оливковое масло, кокосовое масло и также виноградное масло. Если я что-то приготавливаю, омлет, яичницу, или делаю рыбу, или что-то тушу, делаю плов, или какие-то ингредиенты, ну, какое-то блюдо, то я всегда это делаю на виноградном масле. Я это говорила, что виноградное масло имеет высокое степень дымления, поэтому оно не вредно организму и не высвобождает вредные вещества, которые вредны для нашего организма. Подсолнечное масло вообще не присутствует на моей кухне. Я использую либо кокосовое, либо виноградное, но и оливковое, соответственно, когда заправляю салат или еще что-то. Кстати, виноградное масло также можно, оно универсальное, можно заправлять и салаты, можно и готовить пищу. Поэтому, как бы, присмотритесь, я вам очень-очень рекомендую и советую. Тем более, если люди, которые находятся на правильном питании, которые хотят похудеть, и, конечно же, это будет вам плюс. Первое масло, которое я хочу вам показать, вот такая вот у меня бутылка большая, это оливковое масло, Extra Virgin Olive Oil. 1 литр. Именно вот хорошо приобретать оливковое масло Extra Virgin, потому что это считается нерафинированное, а высшего качества оливковое масло, приготовленное в Италии. А именно нерафинированные масла нужно употреблять. Даже если вы употребляете подсолнечное масло, нужно употреблять нерафинированное. Ну, бывает, да, как бы не позволяют деньги покупать часто каких-нибудь хороших масел,
А подсолнечное масло нерафинированное, да, оно запахом, да, оно горчит. Вообще не советуется что-либо жарить. Я никогда не жарю, я больше тушу на слабом огне, потому что это вредно для нашего организма. И если вы делаете это на оливковом масле нерафинированное, и любые масла лучше использовать нерафинированное. Но виноградное масло, оно я ни разу не встречала нерафинированное, я только видела, что наоборот рафинированное. Итак, оливковое масло, вот такой вот бренд, я не буду картавить языком. Присмотритесь, всегда покупая на акциях. Вы знаете, акции у нас происходят в любых супермаркетах, Ашан, Окей. Я всегда ездию в Окей, закупаю, вижу акцию, беру побольше. Здесь вот такое вот горлышко наливается немного, то есть как бы дозируется. Запах прекрасный, ничто не горчит, и заправляете салаты. Вот это оливковое масло мне как бы послужило очень долго, я заправляла салаты, какие-то там приправы делала, ну что-то такое вот как бы, да, ну я на нем никогда не тушила, не жарила, ничто не делала. Дальше, следующие две бутылочки у меня, которые связаны с виноградным маслом. Я уже не раз показывала вот такое вот виноградное масло. К сожалению, оно продается только в объеме 500 миллилитров. Это виноградное масло, богатое витамином Е, которое сочетается со здоровым образом жизни, способствует защите клеток от оксидантов стресса. То есть оно очень-очень помогает для нашего организма. Марка Манини, наверное, это либо Италия, либо Испания, сейчас не могу точно сказать. А что могу сказать, что очень нравится это виноградное масло, постоянно покупая. Опять же, все я беру, стараюсь на акциях, на скидках, заранее закупаюсь, чтобы это не было дорого, чтобы это не било по кошельку, потому что виноградное масло, да, стоит тоже как порядком дорого, ну, как не дешевое. Запах прекраснейший, практически нету. Такое вот душка идет вот здесь. Вот тоже как бы экономичное, в принципе, хороший расход. И следующее виноградное масло, тоже 500 миллилитров. Вот такая вот марочка. Значит, тоже покупала в Окее на акциях. Ну, то же самое все. Я еще раз повторяю, что я встречала только рафинированное производство. Нерафинированное я не видела виноградных масел. Не дымится вообще. Никогда не дымится, если что-то я делаю. Если заправляю салаты, прекрасные. Даже не ощущается никакой горечи, никакой там вкусия, которое вам как бы не понравится. Наоборот, то есть очень хорошо. Очень нравится такое вот тоже душка, горлышко. Поэтому универсальное для всего, что можно, для салатов, для приправ каких-то, может быть, блюд. И опять же, для приготовления, что вы там делаете, то есть как бы рыбу, мясо и так далее. Даже пиццу делаю, быструю пятиминутку в сковородке. Следующий из продуктов питания я хочу вам показать соль. Соль мелкая, йодированная морская соль. Марка 4 Life, это 500 миллиграмм здесь. Присмотритесь, это очень хорошая соль. Она достаточно, ну, мелковатая, средняя. Мне кажется, бывает мельче. А соль очень хорошая, потому что это соль атлантическая, морская, пищевая, мелкая. Что могу сказать? 500 миллилитров. Секунду. Алло, мам, срочно что-то? Я перезвоню тебе, занята сейчас. Я перезвоню сейчас попозже. Извиняюсь, позвонила мама, поэтому нужно было ответить. Итак, значит, что касается соли. Соли уже использую это давно и вам рекомендую. Эта соль не задерживает воду в организме. Я давно исключила обычную соль, и вообще по поводу соления я практически не солю, если это нам нужно, прям, ну, чуть-чуточку. Кстати, эта соль, она не слишком соленая, поэтому вы
Но надо постараться, надо столько посыпать, чтобы пересолить. Поэтому, честно говоря, соль очень классная, мне очень нравится. Конечно, она не стоит копейки, как обычная соль, что-то порядком 80 рублей, 500 грамм. Но мне хватает надолго, потому что расход минимальный. Здесь есть отверстие, как вот такое вот большое, если вам надо что-то, и вот такое вот мелкое. Поэтому присмотритесь, очень полезно для организма, и в действительности никогда не было у меня там отеков, лишней воды. Очень классная соль, присмотритесь. И следующее, то, что касается продуктов, ну, уже не питания, а уже для мытья посуды, тоже перешла я на экологически чистый такой продукт, европейский, экологический. Это у нас вот такая вот марка. Да, вот такая вот марка. Здесь у нас 0,5 литров средство с антибактериальным эффектом для мытья посуды, детских игрушек, овощей, фруктов с ароматом лимона. Очень понравилась мне марка. Кажется, это производство Германии. Что хочу сказать, что хорошо пенится, расход минимальный, хорошо смывается с посуды, не оставляет никаких следов, остатков. И как вы уже поняли, это экологически чистый продукт, то есть это натуральный. Поэтому я рекомендую, перешла вот на такую вот марку, очень мне нравится. У меня от этой марки есть отбеливатель без хлора. И вообще, этой марки я там тоже присматриваюсь, продается там в любых супермаркетах, я видела в Ашане, тоже бывает часто по скидкам, так что присмотритесь. И последнее, то, что касается, ну, это, наверное, как уход, но все равно отнесла к этой категории, это зубная паста. Показываю много тысяч раз, Вкусвилл, продается зубная паста, отбеливающая, натуральная, 75 мл, не содержит фтор, полезна зубкам, не вредит, тоже экологически чистый продукт, так что присмотритесь, рекомендую, рекомендую. Это то, что касается у нас общепита, продукты питания, ну, то, что связано с этим, с кухней, да. Ну, и сюда отнесла зубную пасту. А следующий раздел такой хочу вам рассказать и показать. Давайте пройдемся по БАДам. Не так много, но все равно кое-какие закончились и могу советовать. Сейчас мы пробиваем моей семьей курс Омеги. Это курс мой составляет 3 месяца пью, месяц отдыхаем мы. Также вместе с Омегой мы пробиваем Qzym Q10, и мы с мужем, а сыну я пока что не даю, да. И закончилась у нас первая барочка от марки Now. Все БАДы я заказываю с сайта iHerb, вы уже это знаете, потому что я, ну, мне нравится их состав, нравится то, что сюда входит. Не все, конечно, на iHerb натуральное, экологическое, не все полезное, так что нужно разбираться в составах, нужно смотреть, что я рекомендую. В наших, и, соответственно, аптеках я этого делаю очень редко. В основном что-то, если там прям прописал врач срочно, или как бы вот, ну, в БАДы там точно я не покупаю, хотя там продаются, но в 2-3 раза дороже. Значит, марка NAO, очень хорошая марка, имеет значок GMP, достаточно вот такие вот капсулы. Вот здесь вот обозначаются капсулы. Но все равно хорошо проглатывается, ничего страшного нету. Здесь 240 капсул. Что самое главное? Самое главное, надо смотреть на состав, чтобы здесь было сколько fish oil концентрата, у меня здесь 2000 миллиграмм, и сколько кислот, именно кислот EPA и DHA. Здесь в двух капсулах EPA 720 миллиграмм и DHA 480. Соответственно, это у нас получается 1200 в двух капсулах, суточная достаточная доза. 1000 именно самих кислот должно присутствовать, суточная доза, тогда у вас будет польза для организма. Здесь 1200, очень замечательно. Поэтому мы выпиваем по 2 капсулы мы с мужем, а ребенок у меня, подросток 15 лет, выпивает по одной капсуле, этого тоже достаточно. Очень хороший, мы сейчас пьем вторую такую вот баночку, покупала тоже там на акции, тоже, ну,
рекомендую и советую, и сама делаю, покупая на iHerb, тоже стараюсь по акциям. Со скидками. Здесь 240 капсул, очень много, так что сейчас у нас вот вторая банка тоже подходит. Следующее пропивал мой сын, тоже от марки Наус. Значит, подсолнечный лецитин. Здесь 200 капсул. Тоже капсулы такие же достаточно большие. Он пропивает по 2 капсулы, потому что в 2 капсулах идет 2400 миллиграмм. Это суточная норма, доза для ребенка, подростка достаточно, как и для взрослого тоже. Значит, марка Нау. Присмотритесь, очень классные, всегда их покупаю для ребенка, очень-очень хорошие. Это работа мозга, это сосуды, это клетки, то есть для чего нам нужен лецитин, многие знают, не буду на этом долго останавливаться. Это печень, и поэтому очень сильно помогает ему, прям замечательно, потому что, ну, здорово, просто здорово, и очень хорошо ему помогает для учебы, чтобы перенести стресс, чтобы действительно быть сфокусированным, сосредоточенным на предметах, на учебе. Тем более 9 класс, очень сложный, у нас еще школа не такая простая, как бы сложноватая. Присмотритесь. Следующее, то, что мне, у меня закончилось, ой, сори, все падает, то, что у меня закончилось, это магний. Хилат, вот такая вот марка, не буду корявить язык, потому что не выговоришь, если было бы еще произношение хорошее английского языка. Значит, хилатные формы, магний, здесь 250 таблеток, в таблетках было, а в одной таблетке 100 миллиграмм, суточная доза для взрослого человека, это 300-400, в зависимости, как бы там, у всех по-разному, для мужчин побольше, для женщин там 300, для мужчин 400, для детей там тоже достаточно, 250-300, подростков я имею в виду, для беременных 400. Очень хороший вот этот вот магний, мне очень нравится, и буду вновь заказывать, вот сейчас в наступающем году, сейчас пока не стала заказывать, потому что, блин, перегруз посылками, сейчас жду посылку, и прям задержка какая-то. Вот, после Нового года, когда все стабилизируется, закажу обязательно, очень классные. Тут же действует хилатная форма, не надо дополнительных каких-то там микроэлементов, витаминов, чтобы она усвоилась. Она быстро усваивается в организме самостоятельно и усваивается практически в 100% дозе, как и есть. Поэтому присмотритесь, очень, очень классная вот эта вот марка и классный состав. Именно состав магния советую вам приобретать хилатные формы. Но еще опять же нужно разобраться, что вы хотите от магния, какую проблему вы хотите решить, если связано с головокружением, сосудами, какими-то недомоганиями, я не знаю, еще какие-то вещи там скручивает ноги или еще что-то. Хилатная форма прям... вам будет счастье, и вы решите свою проблему. Если связано там с кишечником, там немножко нужно другую форму. Это нужно как бы все это просмотреть, изучить. Следующее, то, что хочу вам порекомендовать и показать, от доктор Best Mark, витамин B12. Я сдала анализы порядком, там был недостаток, даже, можно сказать, не порядком, а самое минимальное показатели в моем анализе, поэтому я поднимала витамин B12 не просто там в комплексе витаминов, а именно в этом отдельно витамин приобретала. Здесь 60 капсул, нужно одну капсулу в день выпивать, в одной капсуле 1,5 микрограмм получается, да, 1500. Что могу сказать? Пропила я 2 месяца этот препарат, потому что я это считаю не просто как витамин, это препарат, потому что B12 необходимо, жизненно важный витамин в нашем организме. И когда вы делаете проверку своих анализов, фолиевую кислоту, витамин B12, как железо и так далее, нужно обязательно проверять, достаточно она у вас дозировки в организме. У меня вот не хватало, я пропила, значит, я пропивала, пропила месяц, посмотрела,
показатели растут, да, растут. Витамин хороший, рекомендую. Здесь хорошая форма. Метилсобаламин в форме. И я могу вам рекомендовать, и никаких там как бы побочных эффектов, раздражений или еще что-то не присутствовало. Поэтому вновь буду, конечно, его покупать. Сейчас я его допила, после Нового года я буду пересдавать анализы, чтобы просмотреть, на какой я уже там стадии, нужно ли еще дальше пить. А, соответственно, как бы растет и очень хорошо, так что рекомендую, присмотритесь. И следующий витамин, я уже упомянула про фолиевую кислоту, тоже у меня был недостаток, и мне даже гинеколог прописала по 1000 миллиграмм в сутки пропивать, но я взяла вот такую вот, такой вот форму, это не просто фолиевая кислота, а метилфолаты, здесь в одной таблетке 400 миллиграмм, то есть, когда мы пропиваем фолиевую кислоту, не все до конца усваивается в нашем организме, а именно вот эта вот форма метилфолаты, она усваивается стопроцентно, поэтому я побоялась пить в дозировке 100 миллиграмм, взяла в 400 и начала пропивать, и сдала после одного месяца, как пропила анализы. Да, рост есть, показатели растут, поэтому дальше пропивала. Вот пропила 2 месяца, тоже здесь 60 капсул. Jarrow Formulas марка. И вот после Нового года буду пересдавать и смотреть, нужно ли дальше пропивать или нет. В принципе, это все по поводу БАДов, то, что я вам рекомендую. Еще раз могу сказать, что то, что касается продуктов питания и БАДов, я вам рекомендую, потому что сама этим пользуюсь. Это действительно хорошие продукты и решит все ваши проблемы. И что хочу сказать, давайте мы на этом закончим, потому что вторую часть будет у нас связана с уходом волосы, ну, в основном уход за лицом. Чтобы это не затягивать видео и не было слишком длинным, мы перенесем это во вторую часть. Поэтому не забывайте подписываться на этот канал, ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, связанное с уходом, потому что оно будет очень интересно и много есть позиций, которые мне очень понравились, и я хочу вам их рекомендовать. Поэтому встретимся с вами во второй части.